Скажи, как тебе сегодня атмосфера на катке? Вообще, приветствуют ли люди? Приятно ли выступать? Ну, достаточно приятно, потому что очень много народу. Ну, и меня многие не знают, поэтому я вот откатала хорошо и показала себя. Ну, хорошо, мне понравилось. Ну как, после выступления были с тренером всем довольны или хотите над чем-то еще подработать в произвольной программе? Ну, можно поработать над вращениями в основном. Прыжки вообще меня не подвели в этот раз. А вот вращения подвели как раз. Не очень хорошо получилось. Тогда будем ждать отличного проката с отличными вращениями. Спасибо. В произвольной программе. Спасибо большое. Спасибо. За интервью.